Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. И вновь среда в прямом эфире на телеканале «Наво». Мы поздравляем вас для начала с праздником Хаид. Удачи, любви, добра и тепла в вашей семье. Здоровья вам, дорогие друзья. Прямой эфир, как всегда, 19:00, а это значит, что мы готовы начать очередной розыгрыш, очередной тираж лотереи «Шарпана Лото» игры 6 из 36. И, как всегда, я в студии не один. Более того, нас еще больше. С нами в студии Камола Ирматова, а также наш коллега Голуб Назаров. Шкелев сиз, Голуб. Ассаламу алейкум, азиз юрташлер. Ассаламу алейкум, Наво телерадиоканалының азиз мухлислары. Хамкасбымыз Илхамның фикірлерге біз 100% қошыламыз ба бүгін. Бүгінгі Рамазан қайты білән барчы азиз ватандашларымыз үшін юректен мұбарек бақ едем. Байрам мұбарек болсын. Дорогие друзья, сегодня 119-й тираж, и с радостью сообщаем, что общая сумма призового фонда по всем категориям составляет 238 987 100 сумм. И сумма по первой категории, то есть основной джекпот, составляет 159 995 600 сумм. Коллеги. Демек, құрматты теледомашабилер, әзілер дұқатқының Шарпана Лато лотереясы 36-дан 6 ойнының 119-ші үйтіклер тиражы да жамы 238 987 100 сумлик бұл үйтіклер ойналады. Олардан есі бірінші категория бойынша 159 995 600 сум, қолы версі, бізді 7-ші болны шары арқайы ойналадыған кичік джекпот қам бар, онда есі 20 миллион сум пұл маблағы ойналады. Призовой фонд по второй категории за 5 угадных чисел составляет, внимание, дорогие друзья, 21 236 940 сумм. Демек, әзілер дұқатқылылар, 3-ші категорияда 4-та сонны топкен ойын комбинациялары үшін YouTube фондымыз бүгін 37 754 560 сумны тәшкіл қылмақты. В случае, если победители по какой-либо из категории будет несколько сумма выигрыша, разделится поровну среди всех выигравших. Это у нас очень такая важная и основное правило. А сейчас мы с радостью готовы представить вашему вниманию членов комиссии, которые внимательно будут следить за проведением розыгрыша. Итак, председатель комиссии Шералиев Анвар Холиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Тариф Максуд Хасанович, Халк Банка Маркези Аппарата Дегетакичи Мутахасис, Хайат Азовсы. Саликова Дельдора Махмуджановна, Узбекистан Милли Телерадиокомпаниясы, Наво телеканалы да Бош Мутахасис, Хайат Азосы. Бүгінгі үткілер тиражы үшін ойын іштіракчылары томаныдан 23578 билет қарит қылынген, оларды 117983 ойын комбинациясы қайт етілгені малым қыламыз. Вот мне передают диск, а я в свою очередь готов передать председателю комиссии диск, на котором записаны все эти цифры. И мы вот возле нашего друга. Сегодня праздничный тираж, дорогие друзья. Настроение просто превосходное. И желаем удачи всем-всем участникам, кто сегодня с нами. Следите, отмечайте. Мы сейчас запустим лототрон. Барча ойын иштирокчиларга омад тилаймиз, g'olib bilan birgalikda va o'yinni boshlasak bo'ladi nazarim. Bayram arafasida tabiiyki barcha ishtirokchilarga yutuq, eng sara yutuqlar hamroh bo'lsin tilaymiz. Ну что ж, остается сказать волшебное слово. Поехали! Ana boshlab oldik, birdan 36-gacha bo'lgan barcha raqamlar bugun mening libosimga yana bir bor. To'q olovrangda ular. Bayram kayfiyatini ham qaysidir ma'noda ifoda etyapti. To'ppa to'g'ri. Va shuni ham aytib o'tish kerakki, shar ranglari o'yin natijalariga mutlaqo aloqador emas. Bizda esa birinchi shar bor. Uning raqami 16. Первый шар под номером 16. Demak, azizlar diqqat qilinglar, birinchi sharimiz 16. Вот такая вот тишина. Есть второй шар, и это номер 36. Демек, әзілер дұқат тілейлер, бізді екінші шар бар, ба бұ 36. Біз үшінші шар бүттеміз. Кәтті қай жоғым, бәлін деп қойсаңыз қан тұғыр болады. Топы тұғыр. Есть третий шар под номером 31. Демек, әзілер, бізді үшінші шар бүттілгені 31. Отмечайте внимательно, следите за своими билетами, дорогие друзья. Сейчас буквально несколько секунд и есть четвертый шар. Мы определили третью категорию, 27. Четвертый шар под номером 27. Үшінші категория бойынша ғалыблар анықланды. Біз оларды табриклеймыз. Әлбетте, бірнеше сонялардың сон елін қыламыз. Есть
пятый шар, это вторая категория под номером 26. Демак, если қаттылылар, бізді набаттаге шар 26-шы рақам. Рақамлар кетмекетлігіні қарай. Албатта. Так, есть шестой шар, если, да, это номер 15, дорогие друзья, и это первая категория. Олтынчы шар рақамесі 15, Илхам Акелардик, бұл бірінші категория, яғни джекпот сумасын анықлап берады. Бізді рақамлар жүдейм ажауап кетмекетлікті болды, қарайын. Такрарлаймыз, азиз бекташылар, дықат қылейін. Олып, сіз такрарласаңыз, яқшы болады. 16, бірінші шарымыз, екінші шарымыз, 36, 31, 27, 26, 15. Повторю также я. Итак, дорогие друзья, выигрышные комбинации составляют данные цифры. 16, 36, 31, 21, 26, 27, 27, 26 и 15. Хуже видно. Муха, мы мониторда, мы находимся в телетом. Эфирный вахт лирок. Курочки ульгурмаген болисы, мы берем лон шарақамларны көріп, белгілап олышлары мүмкін болады. Натижалары, Силхомни, қолларыда. Да, коллеги, вам еще неизвестно. Нумалар язылген ойырды. Итак, дорогие друзья, перед тем, как мы запустим лототрон еще раз, мы сейчас не будем долго томить, просто уберем интригу и с радостью хотим объявить, что по первой категории, увы, пока нет победителей. Но у нас есть еще шанс, то есть седьмой бонусный шар нам определит победителей на сумму 20 миллионов сум, дорогие друзья. Только добро. Мы сдавали ептенчик бонус шара бар, хапа больше орен йог, чунки бугун байрам, азизлер. Джекпот сохба анықлан маян болса да, біз навалки ептенчик шар қарып қоле. Онда есі 20 миллион сум кулма влағына ойнаймыз. Қанып, кет. Продолжаем, запускаем лототрон еще раз. Поехали. Демак, біз 20 миллион голубы нанықлаймыз. Марқан. Хотим отметить еще раз, дорогие друзья, вне зависимости от того, сколько выигрышных комбинаций, сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. А седьмой бонусный шар – это, как всегда, вспомогательная тема. Есть седьмой шар под номером 5. Ва еттінчі бонус шар рақамы 5. Демак, азизлер, бізді айнан мана шу дақиқаларда 20 миллион сохыбыны анықлаш имконияты юзеге келді. 7-чі бонус шарыны хан біліп олдық, бұл 5-чі рақам екен. Албатты, біз есі өз жайымызге барамыз қолып, үш бұл малыматлар есі Халық банкінің маркезі ақпарат тізімді рухаттан отмақты, ба бір қанча сонелардан сон, біз оларыны сізге елан қыламыз. А я вот хочу, думаю, подойти к вам, остаться здесь. Выиграете, вообще участвуете в лотереях Народного банка, нужно просто пойти обратиться к филиалу Народного банка, любой филиал или же Успейнет, попросить билетик, заветный билетик, оплатить символическую сумму, а выиграть миллионы, а может быть даже такой автомобиль. Так что будьте с нами. Шындай, бізді қолы версі, қошымче малыматларыны олыш. Умуман, нәпақат шарқоны лату, омат лату. Халық банкінің істәлген лотереялары қақыда малыматларығы егі болыш үшін манзылларымыз бар қолы. Қоды шындай, демәк, www.halkbank.uz сайты ва Ташкент шақырдагі 200-05-55 телефон рақам арқалы сіз малыматға егі болшыңыз мүмкін. Шындай, қолы версі, бізді SMS қабарлар қам бар. Біз дайым такрарлаймыз, ойнымызның дайым іштіракчілер бұны білішады. Лотере билетлерін қайт еткен еңгіздер, оқаттан өткізген еңгізден сон, ең сонды телефон рақамлар еңгізден азып қалдырасыз. Ва біз сіздан сора қолардық, манашы лотере билетлерін ойын сонды гече оқат қоймайын, ташылап жүрмайын. Чүнкі қолып болген еңгіз қақыдығы ең қабар сізге айнан манашу. Лотере билетлері сонды азылген телефон рақамларды келіп шады. Қолы берсі, телеграм каналларымыз қам бар. Помимо того, я сделаю, добавлю то, что Камола сказала, не терять билеты, это очень важно, потому что выигрыш вам предоставится только после экспертизы, которая проведется с помощью там определенных схем. Так что, дорогие друзья, держите вот здесь свои билеты. Помимо ресурсов, как hb.uz и 200-05-55, код 71, есть, значит, канал в Telegram. В социальных сетях это лотерея УС, а также, дорогие друзья, вы можете посмотреть
Итак, повтор эфиров на сайте mtrk.uz, на телеканале Наво, будь это Омат, то или Шаркона, вы можете просто прокрутить и просмотреть, как это все было. Дурдона хан куникев, ургянов, холгеллер, малматлер, буерги, еткельмады, тухры. Да. Илхонна балерги, еткельмады, келеги. Это нужно сделать вместе, потому что... Бернарсана это вот эй, бугун голуб для которого мин хам большим таби, чуть это холестом голуб. Я думаю, настолько шустрый у нас коллега, что успел сыграть. Топ-топ-топ. Шлейкен, минам большим анек. Альбата, вы спакат бунна хурсан боламыз, ва натижаларны илон каламыз. Аны кетті голуб, бекорги бугун сафамызге хушылмапсыз. Да. Сызны исмингез, озингез, кайфдырманады, балки, латри ойн штрафчиларге хам омат олып келген болышы хеч кеп эмас, демак, бізді бугун махсус категория бойчы голуб эмас, голублар бар, илхам. Количество выигрышных комбинаций, специальные категории, две, сумма выигрыша на одну. 10 миллионов сумм, дорогие друзья, поздравляем. Спасибо за участие, спасибо нашему коллеге. Вон он, как все символично. Давайте, а если архумадрители дома шабиллер, когда мы нас плохо делаем, дам дейну хайо хурсант, мы сказали, когда будем голод, дарим сону, дейма, сите волны. Шундейкен, без хурсант, мы шундейкен, без блям, где палим. Учинч категория бойчесы, бізді 935 комбинация ютклей деп топылды, олярин харбор, 40379 сомдан, мы моблағы еге болышты. Повторю я, количество выигрышных комбинаций по третьей категории 935, сумма выигрыша на одну составляет 40379 сумов. Икінші категория бойчесы, 52 комбинация ютклей деп топылды, олярин харборы, 408403 сомнан пул маблағы еге болышты. Чын юрактан табрикнеміз. А мы хотим объявить джекпот на следующий тираж. Демак, эстер, біз кейінгі тираж бойынша джекпот нейлон қыламыз. 207 миллион 188800 сом. Вот такие вот хорошие новости, дорогие друзья. Кичик джекпот хам бар, да. На следующий тираж у нас сумма малого джекпота, который разыгрывается с помощью 7-го шара. Автомобиль Спарк, дорогие друзья, 120-й тираж мы разыграем. Вот этот вот автомобиль беленький, красивенький, новенький. Все вот уменьшительно ласкательно. Есть вопрос к председателю комиссии, есть ли претензии по проведению розыгрыша? Петров Завет. Кәті рахмат, біз есі бүгін манашынды ғолыбларымызны қайтлікілер білін, байрам білін, ютықлар білін. Яны бір бар, чын юректі мұбарак бұд еткен қолды сіз білін, бір қаптаге қайрлашамыз. Кейінгі қаптада Спарк ойналады, біз білін бірге қолын. Да, дорогие друзья, берегите себя. Еще раз с праздником. Коллеги, я вас оставляю здесь, как вы не знаю, а я пошел сторожить наш Спарк. Илхам, Спарк на Олдалярге кеттілер, чунки... До встречи! Біз чим көнгелден не атқыламыз. Кейінгі хапта, албатты, манашу Илхам отырген оп-поқыны, чиройлы, яп-янге, Халқбанкы томонынан тақтым етілерген Спарк автомобилі, қайсыдыр оматли юртошымызге топшырылады. Демак, біз сіз білен албатты Спарк негесін анықлайыз. Байрамы барай болсын. Кейінгі хапта кечем. Көрш күнче қайыр. Thank you.